Крымский федеральный университет оказывает медицинскую помощь не только жителям полуострова. Центр хирургии Святителя Луки известен во многих регионах России, в том числе в Республике Калмыкия, откуда и обратилась за помощью пациентка с гигантской опухолью в шейном отделе. Размером опухоли 4-511, никого, там европейская, вот это уже гигантская называется. То есть выходит за все анатомические пределы и уже сдавила все, что можно на шее. То есть она как бечевка, которая человека душит. И вот наша задача убрать ее и постараться не задеть никакие жизненно важные анатомические структуры, которые идут от шеи к голове. В центре проводятся операции в нескольких направлениях. Хирургия желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы. Операционное оборудовано современной аппаратурой, которая позволяет делать операции с минимальной травмой на ткани и ускорить процесс вмешательства. Профессионализм врачей хирургического центра Святителя Луки и Медицинской академии Крымского федерального университета позволяет выполнять подобные сложнейшие операции. По словам Сергея Еременко, в области эндокринной хирургии крымская медицина является преуспевающей. Это операция, требующая, во-первых, высокой квалификации хирурга. Сам объем опухоли очень значительный. Человека оставлять дальше в таком состоянии невозможно, это является угрозой для его жизни. Виктория Лепиха, Стефания Селезнева, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.